Всем привет, с вами Бикс, и сегодня я поиграю в игру Fit and Grow Fish с Дурагон. Его имя Дурагон, не знаю, как оно переводится. Мы как бы вот такой крокодил. Улыбистый, я так скажу. Сегодня наша цель по-прежнему убить кашалота, мегалодона и прагнантодона. Не знаю, получится у нас или нет. Мы очень-очень медленные, вам так сказать. Но, может быть, сильные. Ох, нифига себе, наш урон 90 сразу же. Что-то мы догнать не можем рыбку. Йо, мы как доисторические динозавры. Ладно, давайте съедим это мясо. Могу я его проглотить? Нет, не могу. Ты чё? Взял, проглотил моё мясо. Так, дамаг у нас... Когда мы кусаем, видимо, все больше и больше становится. Неизвестно. Мы 2 метра 30 сантиметров. И хпшка у нас... 276. Давай, догоняй. Опа, я догнал. Все, мы победили эту рыбину. Давай. У нас уже второй уровень. За 2 укуса мы побеждаем эту рыбину полностью. Хотя, может, даже за 1, я до конца не понял, как сказать. Ладно, у нас третий уровень уже. А, нам еще и подышать надо, нифига себе. Эта штука еще и дышать должна. Не нравится мне это, конечно, не нравится. Погнали. Все. Кстати, да, перед съемкой я убавил звук, чтобы это как, чтобы не надоедал нам звук, когда мы будем выплывать наружу, потому что там вот такая штука просто глушает. Давай. Можем мы вас просто проглотить. Ой, хорошо. Опа. Минус стая. Ой, какая звездочка. Реально звездочка. Это мы большие синие. Хотя 3 метра всего лишь. Это как-то немного по сравнению с прошлым видеороликом. Кто смотрел, тот знает. Кстати, ребят. Перед началом того, чтобы я пожрал этих маленьких зеброк, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. И если вы, конечно, хотите продолжение по этой игре, то надо поддержать лайком. Конечно, 5 лайков, и продолжение выходит тут как тут. Моментально выходит. Ну, тем временем я уже почти съел этих зеброк. А здесь их, походу, спаун находится. Оп-оп. Ну-ка. Да, здесь спаун зеброк. Пурум-пурум-пум-пурум-пум. Ну. Где вы? Алло. Ладно, хорошо. Мы уплываем отсюда. Надо подышать, наверное, сразу сплавать, подышать. Вот, да. Как раз. А тут что-то мы давно не дышали. Мы большие. Мне нравится. Вот этот дурагон, дураган. Даже не знаю, как правильно его назвать. Опа. Мы, как знаете, как морской котик какой-то. Только я не знаю, какой. Это ящер мы. Нет, это даже не ящер, я не знаю, кто это. Птица. Так, на глубину мы полностью опускаться не будем, потому что нам надо дышать. А если мы не успеем всплыть, будет, конечно же, проблема. Так, ладно. Ой, ты что? Сколько у нас урона? 134. Ну, можно попытаться, в принципе, против китовой акулы сразиться. Да, только надо подышать. Все, мы подышали. И идем на китовую акулу, потому что на стукозавра или стиксозавра, я забыл, куда. Мне кажется, нам еще рано идти. Фига себе, у нас урон. Вообще, налегке убили... Победили эту
почтовую акулу. Но это только китовая акула. А да, других нам еще рановато. Ёшкин кот, как страшно, да. Подождите, это кто такой? Я не вижу очертания. Да, это прогнатодон. Не надо нам к нему идти. Он нам не нравится. Ох, нифига себе, что у него здесь. Заруба какая. Бум. Ух ты. Давай. Кто сильнее, я или ты? Конечно же я. Мы с вами мощь. Мы с вами сила. Буду называть его... Я даже не знаю, как он называется. Я буду называть его каким-то лыбак. Ты. У нас 12 уровень на момент. 270 урона. И 665 хпшек. Мне это очень нравится. Надо подышать, наверное. Дышать. Все, мы подышали. Прикольно подышали. Вынырнули так... Ой-ой-ой. Прикиньте, как здесь ничего не видно вообще. Мы здесь еще как-то выживаем. Бам. Туру. Это мой хвост был. Ладно. Так, вот теперь страшно здесь находиться, потому что я видел прогнатодона. Сзади нас его нету. Очень страшновато. Так сказать. Потому что он может появиться из ниоткуда вообще, с любой точки мира. Потому что здесь ничего не видно. Он может не бояться, он просто плавает и всех кушает. О! Ты кто? Я забыл тебя зовут. Да и в принципе не важно. Мы тебя съедаем. Давай, иди сюда. Чем раньше? Туры-туры-ту, давай. Вай. Давай, быстрее. Давай. Мне кажется, нам еще рано идти на прогнатодона, потому что у него там под 1000 хп, вот так вот, что 1000 урона. Он вообще сильный сам по себе. Я же подожду, пока тебе надо подышать будет. На. Нет. Все, нам крышка. Не из-за того, что мы сейчас не подышим, а из-за того, что я слышал звук прогнатодона, который где-то сзади нас. Мы всплываем. Опа-на, мы всплыли. Очень было страшновато как-то. Прогнатодон где-то... Вон он сзади. Нет, это не он. А, нет, я видел его очертания, я видел. Не знаю, ребят, напишите в комментарии, видели вы его очертания или нет. Лично я увидел. Да. Печально, очень печально. А что он плавает здесь один, а не в стае, так сказать? А то это было бы уже совсем жестко его украсть. Давайте попробуем его покусать. Кусали крабика. Мы можем проглотить его? Ой, мы можем глотать крабиков. Ну, что сказать, тогда кушаем. На. Опа. Бомба. Не знаю, мне еще нравится раскусывать на этих ящичках. Так. Ну, желательно нам уже полететь бы. Гостить крабиков. Там спавн крабиков, я бы так сказал. Ладно. На. Туру.
Да давай, подыши уже. Так, здесь где-то находится тигровая акула. Да что за фигня-то? Подышать. Ай! Я испугался. Это же мегалодон. Либо все, мы умерли. Нет. 15 уровень. Ёкарный бабай. Нас убил мегалодон. Мы проиграли эту игру. Ладно, давайте попробуем еще раз. Конечно, обидно, обидно. Все, мы пока всплывали, нас мегалодон, кажется, закусил. Нами закусил мегалодон. Опа, на. Что за акулка такая? Молот такая, какой-нибудь. Бум. Да не попало. Вот везет этим акулам, что им не надо всплывать, дышать. От меня надо. Меня это раздражает. Немножко, так сказать. Давай, 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 давай. Бум. Ладно, давайте. Какой у нас там 15 уровень был? Посадимся. Будем хавать кул молот. И все. Вот тут их спаун причем. Это до китовой акулы не добрался, кстати. Вроде съедал же сегодня кул молот. Ой, то есть акул молот. Да сиротом возьми. Стоять! На! Съесть нас захотел, прикиньте. Чё удумал? Смотрите, вот у нас падает урон. Мы укусили. Урон поднимается. Мне нравится. Прикольно. Ну, давай, 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 давай. Опа. Раз. Вообще я хотел в тот момент идти в ледниковый период. Ну, победить кашалота. На радостях пойти куда-нибудь дальше. Ну, как видим, бломили нас очень жестко. Где мои акулки молот? Где мои красавицы? Бум. Все, у нас 5-й уровень уже. Осталось еще десяточку. Оба-на. Давай, давай, давай. Плывем за ней. И бум. Yes. В принципе, за него легко играть, если не попадаться на глаза Прогнантодону и Мегалодону. А кашалот еще можно этим убежать, потому что неповоротливый, мы это сами знаем. Мы ноги кали. Давай. Опа. Левел ап, 7-й уровень. Вот хорошо. У нас уже 7-й уровень с вами. Мы потеряли вроде 15. Ничего-ничего, мы еще сможем, как говорится. Повторочка, ну, в принципе, помните, когда мы умерли за белую руку? Мы потом обнули хороший уровень. Сейчас у нас должно получиться так же. Погнали. Вниз. С этой дори. О. А прикиньте, когда-нибудь... Это будет наш череп. Что такое? Стиксозавр, иди сюда. Иди сюда. Да, иди, я сдаю. Тебя когда-нибудь тоже поиграю. Мне надо тебя типа съесть. Давай. Давай. А, ладно, дай подышать. Чё с камерой? Ладно, мне, в принципе, не важно, что с камерой. Погнали. Стиксозавр, стуксозавр, стиксозавр. Но все равно иди сюда, это мой скелет. Иди, иди. О, поймал, поймал. Бум. Барам. И бам. Вот это мясо здесь. Все, у меня 8-й уровень. Так. Я видел там... Еще вроде этого. И кто это был? Я не знаю, кто это был. Но мне кажется, это был кто-то сильный. Опа. Это кто?
О, это же рыба-парусник, или как его зовут? Мы съедаем. Ты где? Давай. Поближе наверх, давай, давай. Она очень-очень быстрая, эта рыбка. Ну, нет, мы ее не догоним наверх. Ох, вы тоже это видите, да? Я хочу это съесть. Поплыли, 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 поплыли. Давай, давай, давай. Быстрее. Зеленые штуки. Не достаю, давай. Быстрее, пока он не спрятался за... Опа! Дыщ. Диди. Бум. Брум. Все. Победили. У нас уже 10-й уровень. Я, честно говоря, бы уже... Нет, я бы еще не шел на кашалота, потому что кашалот... Ну, прям, ну, очень сильный у него урон только... Ну, где-то в районе косаря тоже так же. У меня голодон, ну, мы сами видим, у меня... С одного... Дара раскусили. Это как-то не очень прикольно. Так, это кто такой? О, рыба-парусник, реально. Рыба-меч, рыба-парусник. Бум. Все, мы его съели. Ну, что? Ага. Акулы-молот всякие там плавают. Ага, понятно. Вот сейчас бы увидеть касаточек всяких. Что это? Кто? Привет! Это же мои собратья. Я их могу сразу? Нет, не могу. Ну ладно, жалко. Они здесь питаются крабиками. Все это время питались крабиками. Смотрите, какие они маленькие. Мои собратья. Зато я какой огроменный просто. Ну, вот так вот. Надо было другим питаться, а не этими. Только крабиками. Вон они, где. Убью, страшно. Я не понял, что это, если это большая белая курица. Ой-ой-ой-ой-ой. Я с ней даже видеться, честно говоря, не хочу, потому что большую белую акулу мы уже один раз увидели, когда играли за нее. И мы знаем, что большая белая акула может себе таить. Страшные вещи. Так. Кстати, где мы? Опа, ледниковый период. Заплывем-ка мы сюда. Так, вот тут где-то кашалот должен быть, надо аккуратней. Надо быть аккуратным очень. Потому что с кашалотом я еще не готов встречаться. Один на один. А вон, кстати, кашалот наш. Я сейчас хочу просто увидеть каких-нибудь касаточек. Вот как раз касаточки. Ох, у них прикольная музыка. Звуковое сопровождение. Мне это очень нравится. Ну да, мы, конечно, не такой, как кит. А, это он за нами разворачивается. О, стой, касаточка. Я сейчас за касаткой иду. Фига себе, их тут много, кстати. Левел ап. Ох, кашалот. Ладно, кашалот, погнали. Что это было? Нифига себе, я его откинул. С кашалотом какие-то проблемы случились. Шло. Я и подышал. Я думаю, кашалот какой-то странный. Потому что он летает по всей карте. Что происходит вообще? Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, кашалот, не надо. Не надо так шутить, кашалот. Я знаю, что кашалоты очень быстрые.
когда захочет этого сам. Я типа туда поплыл, обратно. Кашалот, да, отстань от меня. Отстань от меня, кашалот. Все, ребят. Это конец. Ко мне пристал кашалот. Что делать? Так, надо массу набирать. Потому что кашалот это плохо. Он до сих пор за мной плывет. Да, да, да. Уй, он прям на хвосте у меня. Все, отстань. Все, он отстает от меня. Все, наконец. Ух. Кашалот отстал. Нет, надо массу набирать. Потому что кашалот у нас с одного удара. Вот, цапнет. У нас урон маленький. Вот если бы он не сопротивлялся, мы бы его победили давно. Так, страшно, страшно. Где кашалот? Почему так страшно находиться здесь, когда знаешь, что кашалот ждет тебя? Это очень как-то странно. Опа, кит. Что за кит? Или что это? Опа, это белуга. Или кто это? Белуга? Белуха. А нет, это какой-то кит. Или кто это? Я не вижу, он очень маленький. Ладно, мы уже не увидим, кто это был. Потому что мы его съели. Ха. Дикит. А вот сейчас реально у меня вопрос дикит. Кит опять где-то находится, непонятно где. Так, а вот кит. Хавает, там что-то хавает. То мы сами схаваем. Нападаем на кита. Нет, только ему не впасть, только не впасть, только не впасть. Только ему не впасть. Все? Да, все. Мы победили кашалота. Есть. Похоже, мы сильнее кашалота. Ой. Главное, чтобы он сзади сейчас не подкрался бы. Стоять. Кто такой? Да, это белуга. А, за нами мелкая рыба ползет. Кит боится нас. Мне это нравится, что он нас боится. С нами какая-то мелкая рыбка плывет. А, он разворачивался. Ладно, кит, давай, пока. Я пошел, типа. Так, теперь мы становимся наживкой. Йокер не бывает. Опа! Ую! Мы в тупике. Кит, отстань. Так, он сейчас не остановится. Но мы быстрее его. Погнали, погнали. Нет, не быстрее мы его. Да вот, кит, посмотри, сколько здесь всяких вкусностей, я бы так даже сказал. Че ты за мной ты идешь? Кит. Ладно, кит, погнали один на один. О, нет. Я лучше мясо здесь похаваю. И давай на... Не мешайтесь. Я на кита сейчас нападать буду. Один, два, три, четыре, пять. Пять ударов. Неужели что, кит сзади нас? Показалось. Вон он плавает. Я не боюсь кита, мне всего 5 укусов надо. Я не знаю, сколько ему надо укусов. Погнали. 1, 2, 3, 4, 4. Раз. Ага. 2, 3,
Он очень мощный, он очень мощный. Кашалот очень мощный, но мы победили. Потому что мы сильнее кашалота, но не по укусу. Точно! Дай подышать, дай подышать, дай подышать! Ах ты, кашалот такой противный. Дайте, не... Бам! Бам! На! Он мне кости еще сломал. Надо быстрее уплывать отсюда. Ой-ой-ой. Что происходит? Давай. Мясо-то сколько? Уа, что происходит? А, даже так. Мы убиваем кашалота с одного укуса. А, у нас 50 уровень, ребята, представьте себе. У нас 3000 урона. Но этого до сих пор недостаточно, чтобы, например, идти на прогнантодона и мегалодона. Вообще недостаточно никак. Потому что они нас с одного укуса поляжут. Ну, мы поляжем с одного укуса. Ихнего. Капец, мы большие. Сколько мы? 8 метров. Стой, что ты убегаешь-то от нас? Смотрите, убегает. Ну ладно, мясо мы дай кушаем. И куда ты поплыл? Куда ты поплыл, хорошенький? Жалко, 1000 денег это максимум, потому что было бы больше, было бы в раза 100 круче. Так. Ёшкин кош, какие мы огромные. Мы как самки кашалот. Вот это хорошо. Опа, опа. Сзади у нас кашалот. Мы его укусим. Подышим. Мы подышали. Кашалота укусили. Покушали. Но пока что на нем можно и апнуться, как бы так сказать. Оп. Туру-туру-туру. Ты чё хаваешь, не хавай? Тебе запрещено. На-ра-на-ра-на-ра-на. О, это все, что ты способен? Сейчас, подожди. Мы развернемся. На. На-ра-на-ра-на-ра-на. Все, с одного укуса. Сколько у нас? 10 000 урона. Очень мощнецко, очень. Но не хватает до сих пор даже идти на мегалодона. Он нас просто убьет. Но мы уже размером 10 метров. Очень клево. Мы можем ставить... Тут апаться до того момента, пока кашалота проглатывать не сможем. Было бы очень прикольно и забавно, я так сказал. Он пытался меня укусить. Прикиньте, я почти уже ничего не делаю, просто сдалека вот так могу его укусить. Вот отсюда. Нет, отсюда не могу. Оп, а нет, могу. Подышим. Все, кашалот. Стоять. У нас уже 80 уровень. И бум. Давай, погнали. Давай, давай. Опа. Давай еще. Интересно, когда мы сможем проглатывать самого кашалота? Ну, мне кажется, не скоро, потому что это же кашалот. Его будет тяжело проглотить. Даже слишком. У нас 20 000 хп. Ой. То есть 8 000 хп и 20 000 урона. Это же чудо. Может 13 метров. Вот. Сам кит. И это мы. Мы по сравнению с китом просто. Вот так вот.
Куда поплыл? Наверное, уже превьюху знаете, да? Как она создавалась. Вот так. Опа. Мы скушаем. Это мы тоже скушаем. И тебя. Ой, подлагивать уже начинает. Конечно, у нас 94 уровень. Нам давать до 10 тысяч хп догоним. И можно, в принципе, идти если. Ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту. Какие же мы огромные все-таки. Дышим, дышим, дышим. Ой, какой он, как он ревет. Плачет. Просто вот такая махина. 14 метров. За кашалотом гонится. И два, еще два уровня осталось. И последний кашалот на сегодня. Все, 100 уровень у нас. Вот мы с кашалотом вместе. Конечно, мы 14 метров, кашалот всего 8. Давай, кашалот. Ням. Все, кашалот. Пока было приятно с тобой иметь дело. Теперь я не боюсь никого. Ну хотя, мегалодона я, возможно, еще боюсь. Да. Но точно не кашалота. Мы его с одного удара хаваем. А он нам даже ничего не наносит. Хо-хо-хо-хо. Вот это чудо. Вот это правда чудо. Прикиньте, вот вы идете на лодке. Вот, там вот, вот такое существо такое. Бывает 15-метровое такое. А в воде он такой. На-на-на-на. А я плаваю. Тюдюш. Тут где-то находится мегалодон. Он меня раньше убивал. О, тигровая акула. Привет. Все, мы ее съели. Так. Где мегалодон? Или вот это мегалодон был, которого мы только что съели. Просто он такой маленький. Такой маленький он. Ой, очень. А, вот он. Мегалодон. Сюда иди. У нас 101 уровень. Против мегалодона. Он убегает от нас. Он реально, он от нас убегает. Все, мегалодон, погнали. Стычка один на один. Все. Мы победили мегалодона. Мы победили мегалодона с одного укуса, ребят. Даже не знаю, есть смысл искать прогнозодона или нет. Ну, ладно. Чтобы завершить эту троицу, я попробую найти прогнозодона. Этого уничаку, которого, которого мы... Только я, кстати, один раз его только видел. Помните, да? В начале видео, когда мы только были маленькие, а сейчас мы уже 15 метров длиною, толщиной даже не знаю. Вот, смотрите, мегалодошка, иди сюда, жалко его проглотить не могу. Ты чё? Хоп, мы его скушали и уплываем куда-нибудь прям под самую водичку. Вот, смотрите, мегалодошка. И все, мы его съели. Мы по сравнению с мегалодоном очень большие. Вот, смотрите. Вот мегалодон. А вот мы. Это все, на что ты способен? Какой ты слабый. Где он? А, он под нами. Ёшкин кот. Я-то думаю, где мегалодон? Он под нами. Вообще я могу вот так встать, хавать его, он будет спавниться. Ую, какой ты все-таки настырный. Я не знаю, сколько ты у нас будет времени пытаться хотя бы победить. Не то что
Не то, что убить, а прям попытаться хотя бы надо. Чтобы нас хотя бы, я не знаю, кот по-нормальному. Хотя бы приблизиться к нам, что ли. Ой, ну молодец, приблизился быстро. Ну давай, вот так. У нас уже 111 уровень. Короче, ладно, Мегалодошка. Ты мне не очень-то интересен. Ты очень маленький такой. Ты невкусный и неинтересный. Ты так-то вкусный, мы уже 113 уровень. О, а вот и мой собрат. А, ну, на, кушай мясо. Кушай. Опа, а тут два мегалодона было уже съедено. Ну ладно. Мегалодон, пока. Интересно. А нет, мясо заберу. И ничего не досталось. Ой. Что-то я не то съел. А вот и наш собрат. Посравните размеры нас и нашего собрата. Мы 16 метров. Он где-то метр максимум. Все, мегалодон, пока. Мы сейчас подышим быстренько. Уймись ты наконец-то уже. Не, надо уплывать от него. Он не уймется никогда. Ладно, по... Чувствуем запах. Все, не главное, пока. Я даже не знаю, сколько с нас мяса будет. Все, я специально... Укусил его один раз, чтобы он не спавнился. Все, он вроде плывет, вроде живой. Эй, ладно. Просто, вот мы почти уже 17 метров длиной. Кайфово же. Нам осталось увидеть только прогнонтодона, но мне кажется. Мне кажется, даже так смысла его искать нет, потому что мы самые сильные в этом океане. Да. Мне кажется, потому что это все и так понятно, если мы убиваем мегалодона, мы каждого можем убить, просто его проглотив. Мы его глотаем. Бум. Вот так. Дыщ. Дыщ. Все. Опа. Это кто такой? А вот мы и нашли нашего прогнонтодончика. Вот эту штуку мы проглотим. Погнали к прогнонтодону, который у нас тут апался. Привет. Бам. Ну вот и все. Наши доказательства были сделаны. Что мы все-таки победители этого всего океана. Я не знаю, кто нас может даже победить. Давайте посмотрим, сколько у нас мяса. Мне кажется, всем интересно, сколько здесь мяса. Вы посмотрите на эту штуку. Ну, мне кажется, и так понятно, что мясо тут будет вот в его всю ширину. Но все-таки. Прикольно. Что-то я съел уже. Я съел прогнонтодона только что случайно, даже его не видел. Ну ладно, ничего, бывает. В принципе, мне кажется, на этом можно заканчивать. Мы добились, чего хотели. С вами был Бикс. В игрушке под названием Fit and Grow Fish. Всем удачи, всем пока.